You finished today? Finished today? Finished today? Almost. No. We won't get slow down. Yeah, we won't get slow down. Mm-hmm. Tomorrow, for sure. Ah, okay. Завтра сегодня. Много работы, да? Mm-hmm. У меня один день. Ну, видишь, сложно было доставать эти мусоры. Вот этот пол, вот он весь рассыпался. Хорошо. Слава Богу, спустя полгода нам поменяли пол в этой комнате. Теперь здесь пахнет очень приятно, пахнет деревом, потому что положили деревянную фанеру. Но, помните, я красила эту стену. Что могу сказать, все мои труды, ну, практически, на смарку, то есть эту часть стены нам удалось отмыть, она отмылась, немножко пятна высохнет, но большая часть стен, конечно, запачкана, испорчена, и вот внизу все надо подкрашивать снова, то есть если наверху верхняя часть более-менее, все целенько, все аккуратненько, то внизу все поцарапано, в шкафу тоже все поцарапано, все перекрашивать по новой. Ой, ну, короче, вот эту стену все равно я красила только на один слой, ее придется докрашивать на второй слой валиком. Надеюсь, ту же самую краску подберу, и вот это все аккуратненько можно будет закрасить. Потом мы постелим карпет, положим какие-то бортики, наверное. И все. И Тима, ух ты! Эта трещина на потолке не была такой большой, когда я красила, тут было все целое. Вау. Да уж, надо Паше показать. Ну да ладно. В общем, вот и... Ставим кондиционер сюда, и тело будет здесь жить. Сегодня прохладный день. Я сижу дома, продолжается карантин. И у нас ремонт в одной из комнат. В этой комнате мы снимали, значит, карпет, потому что здесь очень был невкусный запах. И это не сильно помогло, то, что мы сняли карпет. Но мы решили еще проветрить. Вот вытащили кондиционер отсюда такой, который на стене оконный. Я решила еще покрасить здесь стены, чтобы они были не такого желтоватого, хотя казалось белым цветом, но на самом деле он желтоватый. Сейчас перекрашиваю в белый. Шкаф Тима просил сделать голубым. Хотя Тима просил сделать стены голубым, но я не рискнула этого делать, потому что, видите, краски было немного, я чуть-чуть сделала такой голубоватый цвет шкафу внутри. Ну, ладно, думаю, эти останутся белыми. А здесь вот видно контраст. Здесь видно контраст. Цвет был вот такой, белый. На самом деле, ну такой, желтовато-белый, кремовый. А сейчас будет прям белый-белый. Но опять же надо красить на 2-3 раза, чтобы не было разводов. Вот. Вот тут вот уже высохшая стена. Но все равно видны, как где развод надо перекрашивать 4 раза. Вот такая комната. И Тима потом сюда заедет. А потом здесь, конечно, купим новый карпет. И будет все это у нас красивенько и хорошо. Здесь есть вентилятор. Одно окно, правда, маленькое. Может быть, потом когда-нибудь на той стенке вырубим окно. Если этот дом станет нашим, посмотрим. Не знаю, пока что одно окно маленькое, но зато кондиционер. Ну что, значит, поменяли пол здесь в Тиминой комнате, в будущей Тиминой комнате. И сейчас постелили этот карпет коврового покрытия. Мы продолжаем стелить, сейчас надо даже застелить, обрезать. Здесь аккуратненько эту лесенку, чтобы она тоже облегла ее там. Тоже все обрезать, там вот кусочек как раз хватило. Здесь 12 фит почти, и это тоже по ширине 12 фит продается рулонами, а в длину 15 фит, то есть 12 на 15 купил, получилось $110, 65 центов за квадратный фит. Ну такой хороший, плотненький.